Апрель, май, июнь – это те месяцы, когда большинство птиц в Рязанской области занимаются разведением своего потомства. Их гнезда, свиты, остается только высадить птенцов. Но уже задолго до этого птицы начинают чувствовать приближение весны. Так поет синица. Уже неделю назад можно было услышать ее трели даже в центре Рязани. Я слышу уже голос и синицы большой, и лазоревки. Конечно, стали активно каркать вороны. Вот их карканье уже немножко отличается от тех зимних, и явно они выбирают себе гнездовые территории, то есть где будут гнездиться летом. В конце февраля, в начале марта гнездиться начнут и воробьи. А вот другие птицы, в том числе и перелетные, пока выжидают наступления настоящей весны. Есть самый постоянный, наверное, экологический фактор – фотопериодизм. День начинает увеличиваться, ночь сокращаться. И вот этот фактор воспринимают все – и животные, и даже растения. Поэтому вот в местах зимовок, где-нибудь в Европе, во Франции, в Испании, скворцы в Пиренеях зимуют. Вот они это воспринимают, этот фактор, и начинают готовиться к перелету. У них изменяется гормональный фон, начинают развиваться половые железы, появляется перелетный инстинкт, и они со временем отправляются в нашу сторону. Птицы, которые ориентируются на увеличение светлого времени суток, отправятся в полет уже в марте. В апреле они будут в Рязанской области. А вот что касается диких уток, у них не в такой степени, как у остальных пернатых, развит фотопериодизм. Они ориентируются на погоду, поэтому некоторые утки и зимуют на рязанских водоемах. Они улетают не по числам, а по тому времени, когда наступают в их местах, где вот они гнездятся, холода. Водоемы замерзают, птицы сильные, поэтому они могут холод перенести, крупные птицы. Ну а нам пока остается ожидать прибытия более мелких птиц, таких как золотистая щурка и других пернатых, которые питаются живыми насекомыми. Но уже и сейчас есть чем порадоваться. Пение синиц и даже особенное карканье ворон в сочетании с солнечными днями – все это позволит легче перенести окончание зимы и радоваться неминуемо приближающейся весне. Анна Герцовская, Роман Вихров, телекомпания «Город».